Рижан Хикматуллин. Здравствуйте. Я буквально минуту хочу сказать. Так получилось, что 9 марта умер мой отец, Абдурахман Зинур. Вот. Он был очень большим человеком. Я его похоронила. Ну, Царство Небесное, я понимаю, что это воля Аллаха, я ничего не могу с этим сделать. Сейчас в больнице, в реанимации лежит молодой парень, Ренат Фахреддинов. Он такой же красивый, как и Тадишат. У него обнаружили рак, пневмония. Ну, на грани жизни и смерти. Рамзан Кадыров перечислил 1 миллион рублей. Тина Канделаки тоже перечислил деньги. Давайте соберемся вместе, поможем этому молодому парню. Надо просто сдать кровь. И, ну, перечислить, ну, по 100 рублей, не так много. Может быть, это поможет ему выжить. Потому что у него есть жена, у него есть друзья, он очень хороший парень, он учит физкультуру, у него нет денег, чтобы выжить. Давайте поможем ему, хорошо? Давайте поаплодируем девушке и пожелаем здоровья, здоровья и еще раз здоровья ее знакомым. Пусть поменьше будет таких бед. Ну что ж, мы продолжаем нашу концертную программу. Сегодня очень много выходило участниц проекта «Голос», и сейчас вновь не исключение, дорогие друзья. Я думаю, что эту участницу вы тоже запомнили. Итак, участница телепроекта «Голос» Иделия Мухамедзянова. Я звучу.
içeri. Olsun her şey benimler. Yaşayacaklar ne para. Saklansınlar kışlar. Her yavaşta bizim işe birleşmeyi. Her yavaşta bu bizim eşeğe. Her gönlün iş yaşaya. Her gönlün öz yazmışa. Ötkene güleşege. Her yavaşta bu bizim eşeğe. Her gönlün iş yaşaya. Her gönlün öz yazmışa. Ötkene güleşege. Ансамбль танца «Казань» — еврейский танец.